От лунной до космической. 1600 метров улицы Черемушной отремонтируют в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы делятся на два направления. Первое – это работы субподрядные, наиболее металлоемкие. А работы, связанные с укладкой дорожного полотна и асфальта, делает сам подрядчик, генподрядчик. Как говорится, он этим и занимается. То здесь он гораздо увереннее себя чувствует. Вот сейчас работают субподрядные организации. Это по вырубке, и приступают к работам ливневщики. И после этого уже мы начинаем нарезать корыто для обустройства дорожной одежды. Владимир Захаров добавляет, все деревья были обследованы, они аварийны. Всего спилили порядка 350 насаждений возрастом более 50 лет. Взамен посадят молодые деревья. В целом на Черемушной будет проведен большой комплекс работ. Асфальт планируют укладывать в сентябре. Произошел резкий скачок стоимости материалов. Это сейчас является главной силой, которая, в какой-то степени работа тормозит. У нас проходит ежедневно совещание с подрядчиком, еженедельно в них участвует глава города Бирска, и мы всячески содействуем подрядчику в работе, зная, в какой ситуации он оказался в связи с резким подорожанием материалов. Проект был сделан в 2019 году в конце, сейчас вы понимаете, что стоимость материалов 2019 года и 2021 имеют разные ценовые индексы. Работа очень сложная, потому что осложняется тем, что это не просто асфальтобетонные работы. Это работы, связанные, во-первых, с расчисткой створа капитального ремонта, потому что мы будем обустраивать и тротуарами, будем обустраивать линии освещения новыми. Стоимость первого этапа ремонта Черемушной составляет около 150 миллионов рублей. Также в рамках программы в этом году будут отремонтированы участки еще трех улиц – Полевой, Спортивной, Островского.